1 октября 1946 года Нюрнбергский международный военный трибунал вынес приговор 22 главным нацистским военным преступникам. 12 из них приговорены к смертной казни. К ответственности были привлечены высшие военные и государственные деятели фашистской Германии, обвиняемые в том, что с целью установления мирового господства Германии они развязали и вели агрессивные войны, организовали и совершили тяжелейшие преступления против человечества. За 10 месяцев состоялось 403 заседания Нюрнбергского трибунала, было допрошено 116 свидетелей, рассмотрено более 5000 документальных доказательств. К смертной казни через повешение было приговорено 12 человек. Мартин Борман, заместитель фюрера по партии, заочно. Ганс Франк, генерал-губернатор Польши. Вильгельм Фрик, имперский протектор Чехии и Моравии. Герман Геринг, рейхсмаршал. Генерал-полковник Альфред Йодль. Шеф службы безопасности Эрнст Кальтенбруннер. Генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Министр иностранных дел Йоахим Риббентроп. Альфред Розенберг, министр по делам оккупированных восточных территорий. Фриц Зоукель, уполномоченный по использованию рабочей силы. Рейхскомиссар Голландии Артур Зейсенквард. Издатель Юлиус Штрейхер. Казни состоялись в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни. Суды над военными преступниками меньшей величины продолжались в Нюрнберге вплоть до 50-х годов 20 века.